23 января 2020 год, Харьков. Думаю, что же это за Яноль Харьков, да? Нет, это оказывается металлист, если подойти поближе. Я ноль Харьков, я полный ноль Харьков. Но вообще-то нолей в этом году, конечно, хватает. 20-20. Да, ярко. Я металлист Харьков. Я Харьков металлист. Да, вон они. То есть нолик заменили стадионом. Ну, тоже подход. Молодцы. Да, это не... Я полный ноль Харьков, я зеленый ноль Харьков. Помятую о нынешнем президенте. Так. Где наша елочка? Еще сейчас елочку. А тут строят, строят, не достроят. Ну, слава богу, хоть башню решили. Ой, к сожалению, нет. Бросил я курить уже месяца 4 как. А от телефона не прикуришь. Так. Где наша ялынка? О, красавец. Сейчас ее надо снять и под машину не попасть. Причем второе важнее первого. Ох, у меня в глазах рябит. Да, запах шашлыков камера не передаст. Но, в принципе, это, наверное, ключевое сейчас на площади Свободы. Запах шашлыков. Лады, 3 января 2020 год, Харьков. Все те же плюсы в Харькове.